24 апреля, в преддверии Дня чувашского языка, в Чувашии в пятый раз прошла образовательная акция «Всечувашский диктант-2017». В этом году, по предварительным данным, в ней приняли участие более 5000 человек. В этом году для тотального диктанта организаторы выбрали отрывок из рассказа известного этнопедагога, профессора, доктора педагогических наук, писателя-публициста Геннадия Никандровича Волкова. Итоги диктанта будут известны после 27 апреля.